Разведгруппе номер 402. Приступить к выполнению боевой задачи. Нам бывало не сладко, небо нам как палатка, звезды свечи, а чаще наш дом, исходили немало, сотни верст без привала, по тропинкам звериным, все пешком да пешком. Исходили немало, сотни верст без привала, по тропинкам звериным, все пешком да пешком. По лесам без дороги, в кровь истертые ноги, перестали послушными быть. Есть объект, есть задача, да и как же иначе, а дорогу обратно нам придется забыть. Есть объект, есть задача, да и как же иначе, а дорогу обратно нам придется забыть. Неприметны, как тени, в перелеске осеннем, по земле не своей, не чужой, мы как вепри по нюху, мы как волки по слуху, то, что ищем, мы все же найдем. Мы как вепри по нюху, мы как волки по слуху, то, что ищем, мы все же найдем. Ядро, ядро, я правый глаз. Разведгруппа номер 402 задачу выполнила. И как нотная гамма прозвенит телеграмма, строчкой цифра, затем для отрыва скачок. И начальник разведки в сантиметре от сетки нарисует на карте условный значок. И начальник разведки в сантиметре от сетки нарисует на карте условный значок.